flashes the aggression that has scored Thornton so many quick knockouts in her career. Overhand right, Thornton catches the kicking leg. It's been a kickboxing contest, this one. No ground game. Completely out of position there, turned sideways, gave Mazo the angle. She didn't even have to work for the angle, she just turned sideways to her. Referee jumping in to stop the hammer fist that was coming down on an already unconscious thought. Черно-синие трусы, это Мухаммед Берхамов, мы видим, он сразу же забирает центр ринга. И в таких комбинированных трусах его соперник Станислав Власенко очень жестко начинает Берхамов. Опа! Я думаю, что все. Все, очень быстро. Очень быстро. Попадает навстречка. Смотрите. Слева. Точно. По защите рука на месте у Якубова. Довольно широкая стойка у Асылбека. Пытается достать Рустамбек, и здорово. И хороший тоже лоу-кик, и туда, и туда. Да, в обе стороны очень здорово. Будет легкость, будет много попаданий и вот таких вертушек. Готовы креативно и разнообразно сегодня работать, парни. Очень хорошая скорость. И это конец, наверное. Все! Да! Колено с разножки. Вау, Анис. Просто невероятно. Чистый удар слева в голову от Аниса Якубова. Вот так вот подтверждает свои. Get back, work on fundamentals a little bit. He's gonna be a killer, I'm telling you. Yeah. Gotta work on his footing and his footwork, protecting his head a little bit, not being so square. Gotta be careful like that. Showing a lot of respect. You can't show too much respect, man. These, you know, we're in a fight. Oh, that should be it there. Wow, beautiful. Beautiful. Showing a lot of respect. You can't show too much respect, man. These, you know, we're in a fight. Oh, that should be it there. Victories coming by way of TKO and knockout. Sandhagen throwing some leather here in the first. And I appreciate him showing how he's got his mind right. There is some damage that comes from. He's hurt him with the body shots. His toes. And that's gonna do it. Corey Sandhagen destroys the body. Watch this. Going high with the jab, low kick. He hit him with the body shot, then the low kick. There's the second low, or a body shot. And Marajo is done. Beautiful. That actually was to the solar plexus. Hurts just as bad if you catch it. Борется, вы знаете, откуда и выходец этот боец прекрасный Магомед Ангалаев, который пришел в клуб Ахмат уже сильным подготовленным парнем. И там работает 4 тренера стабильно.
Магомед, это тренер по боксу, кстати, он судья на сегодняшнем турнире. Сухраб здесь и попадали жесткий, есть нокаут! Прадо рядом с нокаутом, да, и посмотрите, тяжелейший нокаут от Магомеда Анкалаева. Блестящая победа. Не ноги, но это очень сложно ему сделать, его шатает, ведет. Там вот Магомед, конечно, уровень невероятный. Ну и вот. Вертушка какая. Закрадывается впечатление, что здесь тоже не доживем мы до конца судейского решения. Очень тяжело. อุ้ย เร็วเหลือเกินเอาแล้วครับแม่หมัดซ้ายโดนบ้างเป็นไงครับนาดากะ โอ้เจอซ้ายไปเหมือนกันครับเอาครับสับศอกครับนาดากะครับรุ่งวิทยานี่ครับพอจะมีแรงฮึดมาบ้างครับแต่พอโดนนี่โอ้ถอยมาตั้งรับอีกแล้วครับขยับหมัดขวาทิ่มมาตรงๆครับตอนนี้ดูช้าลงไปครับฮุกขวาแล้วก็เติมแข้งซ้ายนาดากะหมัดซ้ายครับไม่ไหวครับจับเลยครับ Дистанции. Все для этого есть. Ну и давненько нокаутом не выигрывал Абдулрахман. Ханикет не может зайти в борьбу. Здорово уходит Абдулрахман. Не дает по себе прицелиться. И еще один удар! Ну что, пока еще в себе находится Крис Ханикат, но похоже сейчас все становится. Все! Абдулрахман Джанаев в полуфинале гран. Это уже после первого удара вот здесь. Точно в челюсть. И затем еще один удар туда же. Перемещается вдоль клетки вправо и влево. Но сейчас застыл у выхода как раз. Пробивает, попадает правым, да, перекрывается Мурат Мачаев. Еще раз оседает, оседает Мачаев. Пока работает, пока перекроется вглухую. Садится. Пошло добивание. Апперкот мажет, левый сбоку от него уходит. И заколачивает сейчас Марат Балаев. Все, вмешался. Вмешался. Еще раз оседает, оседает Мачаев. Пока работает, пока перекроется вглухую. Садится. Пошло добивание. Апперкот мажет. Левый сбоку от него уходит. И заколачивает сейчас Марат. Смотрим, будет ли она иметь значение. Поддавливает потихоньку. Эрзо. На из правосторонней стойки. Удобный для левши. Левый прямой. Не заходит. Так или иначе... Немного застаивается. Толмачевский в начале. И есть чистое попадание. Кажется, все. Но это просто хэштег. Смотрим. Вот здесь. Бум. В челюсть. Да, он не упал лицом вперед. У него было движение лицом вперед. Да, совершенно верно. И в глухую защиту здесь. Ламай, ляхап, самунхон. Дыргабай, гоакан, окталон, гоакан, талон. Ахап, хакавай, той. Ахап, гоакан, дуэй. Охо. แต่ว่ามือแกเหนียวครับอย่างที่เรียนไปมือเหนียวแล้วแกะขนาดกรรมการแกยังแกะลำบากครับเอาครับโอ้โหดูครับกอดเอาตัวรอดอย่างเดียวครับโดนหมัดโดนศอกโดนเข่าครับโอ้โหหล่นเลยครับยังไงครับแกะขนาดกรรมการแกยังแกะลำบากครับเอาครับโอ้โหดูครับกอดเอาตัวรอดอย่างเดียวครับโดนหมัดโดนศอกโดนเข่าครับ First attempt on that power twist, no luck. Brothers has a great base here. Yeah, this is an improvement in his game. Excellent work there. Oh, big knee to the face, drops him. And that's that. That is a wrap. Brothers complaining of a low blow.